Урал определяется Европа и Азия. Граница проходит между Европой и Азией, да? И вот мы как раз проезжаем реку Урал. Сейчас ты где еще? В Азии. Точно. Сейчас мы отснимем. Урал. Ну что, Жорка, и где мы уже? В Европе. И теперь мы в Европе. Вот половину реки проехали, и мы уже в Европе. Мы купили чемоданчик. А какого цвета? Желтый. Как у тебя был Трункер? Да. Тоже желтенький, да? Вот да, такой чемоданчик. Ну, теперь у Жорки будет вот такой чемоданчик. Тебе нравится? Да. Поехали. Это мы в торговом центре. Какой? Континент, да? Континент, да. В Магнитогорске. Да, в Магнитогорске есть такой. Специально для покупок, да, Жорка, приобрели чемодан. А ну-ка покажи свой бейдж. Ты кто у нас? А, тоже участник фестиваля? Да. Понятно. Ну, пошли дальше. А нельзя поехать на лифте? На лифте? Да, вот такие красивые прозрачные лифты. Ну, сейчас проедем, Жорка. Да. Пошли ожидать. Вот идет лифт. Так, будет. Вот такой. Хорошо, Жорка мне держит. Ну что, поехали? Да. Хорошо. Давай поснимаем. Так прикольно, да, Жорка? Да. Да. Нравится тебе все такое вот прозрачное, необычное. Да. Хорошо, выезжай.